водка – это уникальнейшее изобретение нашего народа. Это не просто крепкий напиток в ряду других. Это национальность, я бы сказал, народность. Это то, что нас всех объединяет и сдерживает от окончательного распада. Ну, естественно, если потреблять этот напиток с соответствующей культурой и разумностью. Господи, это-то зачем? Да еще в таком количестве. За понимание. Что-то не так. Да о чем ты говоришь, Михалыч? Я такие места знаю. Там такое ловится. Сейчас туда и пойдем. Такой рвануть, много рыбы будет. Раз, два. Ну, может быть, для себя. Ребята придут, а мы... Срочно сообщи в службу спасения, что я сижу на топляке в нейтральных водах. Ну, за разум. Я не враг своему здоровью. Культурно отдыхать умею.